В рамках акции в округе пройдут различные экологические мероприятия, образовательные модули, квесты, мастер-классы, конкурс проектов. Но об экологии не забывают и сейчас. Так, в Урае высадили саженцы в лесу Победы. Знаковое место обновили лесничие, школьники и представители авиалесоохраны. Лес Победы начал расти в Урае в 2015 году. Так называется обустроенная зеленая зона, которую горожане посвятили 70-летию знакового события. С тех пор лесничие, их юные помощники, школьники заботятся о молодых деревьях. Вот как был заложен этот Лес Победы, по числу ветеранов, которых уже с нами нет, которые защищали нашу родину и принесли нам на своих плечах вот эту великую победу, которой гордится вся Россия. 188 человек. Их было как заложено, так мы и будем это число поддерживать. Мне кажется, что надо восстанавливать Лес Победы, чтобы будущие, когда уже деревья вырастут, смогут тут гулять и вспоминать нашу победу. Каждый год в лесных рядах пополнение. Так, взамен поврежденных деревьев в этом году в Лесу Победы появились 40 молодых сосенок. Еще 20 лиственниц лесничие высадили в районе спортивного комплекса «Олимп». Помощь в озеленении им оказывают и коллеги из пожарной авиаохраны. Это же для благоустройства, для красоты. И когда лесенка навырастает, она выделяет, чтобы это лучше дышалось в городе все. Благодаря стараниям неравнодушных людей Урай стал зеленее, а сохранение этой красоты теперь зависит от всех горожан. Милана Поварницына, телекомпания «Югра», при поддержке телекомпании «Спектр плюс».